как строился и развивался город, какие решения принимали здешние руководители и как выглядела Самара на фоне других городов Поволжья в разные времена. Развилки самарской истории 20 века. Смотрите программу «Город ТЭС» 2 сентября в 18:15. Гость в студии Евгений Малинкин, начальник отдела использования архивных документов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук.